Йоу, всем салют, друзья, меня зовут Тальтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это реакция на клип Скриптонита «Похвастаться». Как мне кажется, это продолжение предыдущего клипа, Як 2. Давайте не будем тянуть и заценим, что же у нас тут такое. Да, продолжим. Круто. Сейчас пойдет разъебывать дядя. Так, неплохой монтаж, мне нравится эта тема. Скрип, а, разъебывают. Крутая картинка, размытая. Он же типа бухнул в предыдущем. И поэтому, видимо, как-то вот картинка плывет в его голове. Круто, круто, вообще огонь. Вообще, как будто бы это все фото. Сливает бабки по 0,3. Прикол. Прикольно. Да, тут уже и у девушки все плывет в итоге. Слушайте, ну мне уже хочется, знаете, чтобы этот клип тоже закончился каким-то открытым финалом. Типа, нас ждет еще продолжение этой истории. Ну а что ты хотела, девах? Наркотики? Это плохо. Заебись, колесо стоит на месте, все вокруг крутится. И колеса не кончаются. Слушайте, я в восторге, можно сказать. Мне очень понравилась эта работа. Очень интересный подход. И все-таки, видите, он закончил колесами. Было бы вообще шикарно, если бы следующий вышел колеса. Колеса — это пока у меня, ну точно один из любимых треков. Я еще не слушал второй раз альбом, я его заценю в наушниках, подготовлю видос, ну, я сейчас пока пишу текст, поэтому, возможно, в следующем году будет еще одно видео по поводу альбома 2004. Скорее всего, когда он станет доступен вообще на всех площадках. Ну, а по поводу клипа, это круто, это классная работа, особенно момент понравился с зеркалом, то, что там появился скриптонит в итоге. Вот, и классный момент с колесом, то, что оно как бы стоит на месте, а машина крутится. Ну, все, я думаю, я все сказал по поводу этого клипа. Очень классная картинка. Ну, как и в прошлом, предыдущем. Не знаю, Адиль красавчик и вообще вся команда, Медет Шаяхметов, прям, муа, красавцы. Вообще, благодарности им. И я рад, то, что до Нового года нам еще один клип представили. Хаджимура, отец решил сделать концептуально. Ждем теперь клип на колеса. Да. Я так понял, следующий клип колеса. Это не факт. Не факт, ребят, что следующий клип колеса, потому что вспомните песню «Витамин». Там появился «Напомни». Или как там песня называлась-то? Я уже... Что-то у меня вылетело из головы. Короче, она тоже кончалась песней, и на ту песню не было, по-моему, клипа. Ну, возможно, я все путаю. Короче, ладно, все, хватит болтать. До скорых встреч. Пишите в комментариях, как вам клип. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, если не подписаны. Всем пока. Check it out.